трошки була спочатку така доля сумніву, як воно все буде, тому що це абсолютно новий проєкт. Тому що ми позиціонували себе як абсолютно джазовий клуб, да, де грають джаз в різних його проявах. Але чомусь нам хочеться, щоб це не було просто джаз. Хотілося трошечки експериментів, тому що кожен з нас, насправді, з тих, хто ентузіастів, які роблять цю штуку, ми, крім класичного джазу, бібопу там, чи свінгу, чи мейнстріму, слухаємо різні такі експериментальні напрямки. Взагалі про клуб, то це насправді така довгострокова перспектива. Ми вже десь півроку існуємо, час від часу стараємося по максимуму, там, хоча б раз на два тижні робити якийсь захід. Я думаю, ви тільки турка. Ні, ми потрошки, тому що насправді київське джазове життя монополізоване, а ми як молодий паросток, ми потрошки проростаємо, може якісь будемо потрошки плоди давати. Ми шукаємо просто зараз у нас такий пошук себе, пошук свого місця в просторі. От, і ми будемо експериментувати. Ну, процес довгий вообще. Ну, це все життя попереду, ми ж ніколи не спішимося. Ми ще, слава Богу, молоді, повні сил і ідей. Наиграли. Вообще идея всего этого была Аллы Загайкевича, достаточно известного украинского композитора, с творчеством, которое я уже, в принципе, достаточно давно знаком и наслышан. Но в этот раз как бы повезло посотрудничать и что-то вместе создать. И вот, было очень-очень интересно. Получил массу удовольствия. Импровизационно я вообще начал, в принципе, интересоваться относительно недавно, где-то пару лет назад. То есть, скажем так, революцию в сознании произвела такая книга, как Николая Слонимского «Тезариус музыкальных фраз и музыкальных паттернов и гамм». То есть начал изучать вот серийный подход к игре, и я понял, что это вообще, ну, совсем другой способ мышления. Там, где вместо того, чтобы мыслить фразами и паттернами, как это делается в джазе, там идет мышление нотными сериями. И это меня очень заинтересовало и очень захотелось развиваться в этом направлении тоже. Серии мы уже не один год как бы сотрудничаем с Юрием Римчуком, саксофонистом из Львова. В частности, вот в конце лета, в начале осени мы с ним ездили в Полесску с очень интересным театральным проектом украинско-польским. И планируем также сотрудничать в дальнейшем. Для сцены. Честно говоря, я вообще ничего не планирую никогда. Но это уже, если представится возможность, то, конечно, выпускать не будем. И я бы с радостью записал нечто подобное.
музыкантов, занимающихся импровизационным джазом, вот вы могли бы выделить? Как, с кем бы вы хотели поиграть? Ну, Энтони Брэкстон, например, есть американский саксофонист такой. Потом тоже Джон Бутчер, тоже очень интересный музыкант. Здесь это практически никто не играет. Здесь вот только вот Юрий Ермичук, Алла Загакевич занимается импровизационной музыкой. Там потом ныне покойный Нестеров. А этим никто не занимается здесь сейчас. Летнего там пребывания. Ну, довелось играть с Роем Харгровым, с Бобби Синабри, с Том Брауном, с кем еще? Чарли Бёрд, Хэнк Джонс. Ну, потом, ну, Арчи Шеп. Ну, можно называть, ну, сейчас. Должно быть стыдно. Я не думаю, что должно быть стыдно. Мне показалось, что... в общем, больше всего я люблю, когда люди делают то, что они хотят делать. Когда они делают что-то как бы природное, естественное, невымушенное, врешті-решт. Вот. Якщо... Мы отдельно поговорим об этом, хорошо? Вот. Ну, найбільше не люблю, коли от, музиканти відчувають якийсь дискомфорт, вони щось не чують, вони щось не бачать, вони щось не розуміють. Ось, тут мені так здалося, що кожен грав, якби, що хотів. От, ну, от, а не то, що хотів другий. Не то, що хотів хтось другий. Музыка была даже где-то страшная. Мы вообще очень серьезные люди. Когда очень серьезные люди. Григорий вот с урдиной подходил близко к микрофону, я вообще местами не могла понять, это я играю или он. Это самое было как бы страшное в этом концерте. Это понять, где звучит мой термин вокс, а где звучит труба Гриши, потому что это было слишком похоже. Вот, местами, мне казалось. Вот. Thank you.
еще там тоже проблема, это слушать, звучит ли мой суперколлайдер, или это Андрей на своем басу что-то делает. Вот. Тоже что была он там проблема. На своем басу делал? Перетягивала... Мы взяли три лоскута. Нет, треугольники это как бы идеальная какая-то форма. Нет, если вообще на самом деле совсем серьезно, то так как играет как бы Гриша на всех этих дудках, ну, в общем, ну, понятно, что так не играет какой-нибудь там другой дядя или там тетя, но смысл в том, что вот этот вот человек вообще-то заканчивал Киевскую консерваторию. Нет, это вообще смысл совершенно не в этом. Но с тех пор, как у него там в голове заселились всякие там композиторские идеи, структуры, в общем, ну, очень удобно играть с этим человеком. Ну, что я могу сказать? Ну, вот просто здорово и все. Вот. Здорово, это самое спасибо. Главное, что хотелось сказать. Вот. И с Андреем тоже. А им со мной не знаю, они молчат, они вот так, только да? молчат. Вот, ножку днем, у тебя таки в конце, да, вот так, да? Не-не-не, было супер хорошо.